Здравствуйте, в эфире телеканала «Губерния 33», программа «На всю Владимирскую», в студии Екатерина Гаврилова. Наш сегодняшний гость – генеральный директор Владимира Суздальского музея-заповедника Светлана Евгеньевна Мельникова. Здравствуйте. Здравствуйте. Говорить будем о серьезной проблеме как для всего города, так и для музея-заповедника в частности. А именно, я имею в виду отмену льготной аренды для ряда учреждений, которые находятся в региональном подчинении, но занимают в городе Владимире муниципальные помещения. А с 2020 года им придется платить аренду в полном объеме, а не по льготной ставке. Это коснулось, перечислю лишь некоторые организации: музея природы, библиотеки для слепых, детской поликлиники номер один, то есть абсолютно всех социальных сфер. А, Светлана Евгеньевна, для тех, кто, возможно, не в курсе, когда вы получили так называемое письмо счастья, уведомление о повышении аренды, и каких зданий это коснется? Ну, для меня, если честно говоря, это была совершенно неожиданная история. Письма пришли небольшим интервалом 2 недели назад. Первое письмо касалось повышения арендной платы нашего офисного здания, расположенного на улице Музейный Дон 2. И по тем подсчетам, которые были представлены, повышение в 2 раза. То есть в общей сложности в следующем году нам придется платить за это здание 4 миллиона. Только за часть его. Вторая часть областная. Если не будет повышения, то со стороны области 1 200 000. То есть 5 с лишним миллионов только за юридический адрес. Ну и вторая история – это отмена вот этого, так сказать, социального индекса, как его называют, на здание музея природы. Там мы в общей сложности должны будем платить в следующем году около 5 миллионов рублей. Это, наверное, гигантские суммы для музея, естественно. Если учесть, что мы передали по согласительной комиссии здание бывшей Знаменской церкви экскурсионное бюро, епархии, идет юридическое оформление документов, и с пониманием отнеслись к этому вопросу, и переехало экскурсионное бюро в Суздале в помещение торговых рядов, и там тоже платится аренда, то если собрать воедино все арендные платы, которые, так сказать, вынужден будет платить музей-заповедник, то эта сумма солидно перешагивает черту 10 миллионов рублей. Ну, это большие деньги. Как мы уже сказали, проблема коснулась всех социальных сфер. Мы подготовили репортаж об этом, попытались собрать разные мнения. И, в общем-то, суть, конечно же, одна. Давайте посмотрим этот репортаж. Внимание на экран. Уведомления о повышении платы за аренду муниципальных зданий получили еще несколько учреждений Владимира. Среди них детская городская поликлиника номер один, здание по проспекту Ленина 53 и принадлежащие ей гаражи на Большой Нижегородской. С 2020 года ее руководству придется платить городу более 1,5 миллиона рублей аренды, хотя ранее суммы были символические. Наше медицинское сообщество всего города Владимира, но я представляю детское здравоохранение, возмущены этой ситуацией, просто возмущены. Вот за 40 лет, что я работаю вот в детской городской больнице, в свое время это была детская городская больница номер один, и 34 года я ей руковожу. Ведь городом Владимир ничего не было построено. А вот отобрать в жестком виде имущество детской больницы они смогли. Такое положение дел Татьяна Максимова открыто называет нарушением социальных прав жителей города, в особенности детей. Чтобы выкроить деньги на аренду, придется на всем экономить. Сокращать закупку препаратов, медицинского оборудования, забыть про ремонты, не говоря уже о зарплате самих медиков. Кроме того, поликлиника может лишиться и своего транспорта. Повышение платы за аренду с 2020 года коснется не только этого здания детской поликлиники на проспекте Ленина, но и ее гаражей. Поднимется арендная плата, гаражи, скорее всего, придется закрыть. А это значит, что врачам нужно будет добираться на вызовы намного дольше. Вряд ли это устроит педиатров, которых в поликлинике и так мало. На 30 тысяч маленьких пациентов всего 10 врачей. Обслужить такое количество без машин просто нереально. Руководство поликлиники давно просило вернуть им старинное здание на Студенной горе. Почти 100 лет оно служило нуждам здравоохранения, затем перешло в разряд коммерческих. А на днях туда заселились чиновники администрации Октябрьского района. Впрочем, отмена льготной аренды затронет не только систему здравоохранения, но и учреждения культуры. Уведомления получили музей природы, областной центр народного творчества, детская хоровая капелла, библиотека для детей и молодежи и, что самое невероятное, библиотека для слепых. По новым правилам, все вместе они должны будут платить в городскую казну 12 миллионов рублей ежегодно.
Ну, чем мы можем пожертвовать? Каким-нибудь любимым там, горожанами фестивалем? Чем? Музыкальной экспедицией? Или чем еще мы можем пожертвовать? Или мы можем пожертвовать... ну, есть защищенные статьи, зарплатные, да, которые мы трогать не можем. Мы можем не проводить где-то ремонтные работы, но это тоже неправильно, потому что это необходимость. Досталось и спорту. По 700 тысяч рублей за аренду помещений придется платить двум областным школам Олимпийского резерва по боксу и по самбо. Это филиал школы бокса в Перекопском городке. Здание старое. Деньги, которые теперь придется отдавать за аренду, можно было бы потратить на ремонт и спортивный инвентарь. Департамент, конечно, сожалеет о том, что были приняты такие шаги администрации города Владимира, потому что у нас сложились хорошие контакты с управлением по физической культуре и спорту города Владимира, и мы готовим спортивный резерв совместными усилиями. Представители Владимирского спорта, культуры и здравоохранения недоумевают, почему они оказались заложниками ситуации и ждут конструктивного диалога с руководством города. Екатерина Гаврилова, Дмитрий Шаталов, Губерния 33. Светлана Евгеньевна, вот про музей природы хотелось бы поподробнее поговорить. А чем грозит отмена льготной аренды именно этому музею? Потому что он один из популярнейших, мне кажется, у детей, у взрослых. Ну, что я могу сказать? Музей-заповедник не зарабатывает и не должен ни в коем случае во главу угла ставить вопрос заработка. Содержание этого помещения нам обходится более 1 миллиона в год. Это очень непростая история, потому что я лично сама против того, чтобы музеи находились в жилых зданиях. Это неудобно. Но наш музей тихий, поэтому мы, сказать, больших неприятностей не создаем для жителей этого дома. Но с другой стороны, ну, дом есть дом. У кого-то засорилась канализация. А тем более, что в этом доме живут люди с ослабленным зрением. Кто-то забыл вовремя выключить воду. И поэтому у нас очень часто бывают случаи, когда мы аварийно принимаем экстренные меры. И это, прямо скажу, достаточно проблемное помещение. Вторая проблема заключается в том, что в свое время для того, чтобы сохранить экспонаты этого музея в целости и сохранности, а хранение чучел, птиц и, сказать, животного мира – это непростая история. Там было установлено очень дорогостоящее оборудование для поддержания нужного температурно-влажностного режима. И это оборудование надо, во-первых, постоянно держать в порядке, его нужно обслуживать. Это тоже дорого. Кроме того, мы в ультимативной форме получили приказ о том, что мы должны заключить договор с ООО «Жилищник» на, значит, обслуживание территории дома. Коммунальное. Да. Но коммунальное это мы платим свое, это понятно. Это уже вот обслуживание этого имущества общего. А мы только пользователи, мы только часть дома пользуем. Но если уж это так важно, ну хорошо, мы готовы на это пойти. Ведь надо сказать, что здание музейное 2, возвращаясь к офисному зданию, мы безропотно платили на протяжении очень большого периода времени. И содержание также. За все это время ни разу за счет городской администрации ремонтные работы не проводились. И фасад здания надо поддерживать, и с кровлей надо справляться. А какие сложные работы мы проводили для того, чтобы, сказать, сделать отсечную гидроизоляцию. Вот все эти старинные здания, они очень тяжелы в эксплуатации. Их строили практически без фундаментов. И только специалисты знают, как с этой проблемой можно разобраться. Но если вопрос останется на той ступеньке, на которой он сейчас находится, мы провели такое экстренное совещание в музее. Мы не можем лишить детей любимого музея. Это единственное место, где действительно можно воспитать, ну, скажем так, человеческое отношение к природе. Это один из первых музеев, который вот маленькие дети посещают, да. Вот всех водят туда, с таких вот лет. И не по одному разу. Да. И не по одному разу. И, наверное, мы будем... ну, сжиматься, что ли, изыскивать возможности, чем-то я буду жертвовать. Вот очень хотелось сделать в палатах красивый, в старинном стиле читальный зал, чтобы люди, которые обращаются к нам за документацией, могли в такой хорошей обстановке поработать. Ну, будем давать что-то в электронном виде. А если переезжать, музей природы будет переезжать, если такое представить, куда, в какое здание? Ну, логично, конечно, находиться в рамках детского музейного центра. Но придется чем-то жертвовать.
потому что, ну, нет у нас зданий свободных. В свое время я мечтала о том, чтобы попросить здание, ее называют «Галера» почему-то, наверное, mm-hmm. потому что там была раньше картинная галерея, mm-hmm. в парке 850-летия, вот это здание там с колоннами. Там было раньше написано «Галерея», потом буквы да, подходили. Да, вот это здание, mm-hmm. оно рождено, чтобы быть музеем природы, потому что, во-первых, это здание в парке, mm-hmm. а во-вторых, в парке гуляют очень много родителей и бабушек с детьми. Ну вот погуляли вы на солнышке, утомились. Mm-hmm. И как хорошо зайти в музей природы. Там и детское кафе можно было сделать. Но, видя такую политику города, я очень сомневаюсь, что нам какое-то здание будет предоставлено, потому что мы обращались неоднократно. Мы просили, и даже это несчастное здание юринститута, которое просто гибнет на глазах. Нам не хватает фондовых помещений. Что за здание юринститута? Ну, нам ответ был, что это, так сказать... в интересах города продать это здание. А что за здание, где оно находится? Немножко. Это на Годовой горе, там раньше был юридический институт. Понятно. И да, вот да, это да, здание, поскольку мы находимся в палатах, то с третьего этажа палат я постоянно наблюдаю, как оно приходит в негодность. Юрфак, беда бывшая. Да, юрфак, да. Там проваливаются кровли, там исчезают уже оконные заполнения. Ну, я думаю, что здание погибнет. Все к тому идет. Дай бог, если мэрия успеет ее продать, дай бог. Но восстановить это здание, привести его в порядок, это немалое средство. Вы же говорите, в музее природы еще фонды есть какие-то, конечно, которые тоже нужно перевозить. Конечно. Там ведь не просто музей природы. Я уже не говорю о том, что там выставочный зал, и там постоянно делаются очень интересные временные выставки. У нас катастрофическая ситуация с фондами. Только археологическая коллекция, которая там хранится, 58 тысяч единиц хранения. Там находится коллекция белого камня. Вот представьте, эти фрагменты древних храмов, они же еще и тяжелые. И очень непросто найти им помещение. Там есть ботаническая коллекция, там есть коллекция минералов. В общей сложности 5 коллекций. Тоже надо как-то голову ломать, куда это перевозить. Ну, что делать? Будем решать вопросы. Но самое главное, не должны пострадать дети. И я, пользуясь случаем, хочу сказать... огромные слова благодарности учителям школ. Вот такое единство. Ну, до слез. Они письмо вам написали? До слез. Да? Мы выставили все это в сетях. Угу. Они опубликовали свое обращение. Кроме того, очень однозначно выступили друзья музея с земной поклон им за это. Есть мнение уполномоченного по делам ребенка Геннадия Прохоровича. Естественно, в нашу пользу, за нас. А есть даже вот одна семья Маркина, если я не ошибаюсь. Я прочитала это письмо, но вот слезы на глазах. А с другой стороны, это слезы радости. Мы нужны. Вот только открыли музейный центр, возобновил работу. Да еще не полностью. Да, и вот такая проблема. Для этого нужны деньги, поймите. 22 закрытые музейные экспозиции – это проблема. Конечно, сказать, заявление мэрии, что музей имеет солидное содержание, я не стану с этим спорить. По сравнению со многими организациями, мы действительно федеральный музей. Но с другой стороны, только люди, работающие внутри музея, понимают ту меру ответственности и ту тяжесть нагрузки, которую мы несем. 65 памятников – это 65 крыш. В этом году мы не получили абсолютно никаких денег ни на ремонтные, ни на проектные, ни на реставрационные работы. Но вот уже заключаются договора. Начинаются ремонтные работы внутри Троицкой церкви. Но она же пострадала, вы знаете. Музей Хрусталя разобран. Сейчас срочно заключили договор на ремонтные работы цокольной части Дмитриевского собора и кровли. Будут самые неотложные работы выполнены по Золотым воротам и по Успенскому собору. Это очень большие деньги. И вообще те деньги, которые вот на аренду вам придется отдавать, вы бы направили, естественно, на какие-то другие нужды. Однозначно. Что нужно сделать? Зарплатная статья защищена. Зарплатная статья защищена, сотрудники будут получать зарплату, но у музея столько... Я уже не говорю о других вещах. Дорогие мои, ну хотя бы тоже Муромцево. Ведь мы его держим, по сути, на энтузиазме. На собственном энтузиазме. И достижения есть. И я этому очень радуюсь. Кстати, завтра я еду на очень интересный форум владельцев исторических усадеб, где будет самое высокое представительство, вплоть до вице-премьера и министра культуры. Ну, я, наверное, как-то
как дятел, который бьет в одну и ту же точку. Я везу с собой материалы по Муромцеву, буду стараться изо всех сил все-таки сдвинуть этот камень с мертвой точки. Но везде нужны деньги, везде нужны деньги. Соглашусь. Вот с городской администрацией есть ли какой-то диалог вот, в плане отмены этой льготной аренды? То есть к вам кто-то выходил, вы, может быть, писали общественностью как-то вот вместе? Вы знаете, вместе никакого диалога нет. Меня поставили в известность. Многочисленные обращения по любому поводу я получала ответ, что нет. И, ну, о каком диалоге может идти речь? Диалог должен быть двусторонним, мне кажется. Вот. Официально, открыто, честно собрала пресс-конференцию, выступила. Назвала вещи своими именами. Ну, а дальше, наверное, какую-то инициативу город должен проявить. Если меня пригласят, я пойду. Никаких проблем. Но вот даже будучи в Минкульте, где я, опять же, выступала со знакомительной историей по Муромцеву, то сказать, сотрудники Министерства культуры говорят, вы понимаете, любой город будет счастлив иметь федеральный музей. Во-первых, часть нагрузки снимается. Это и в таких городах, как Суздаль, огромные территории, которые держатся в порядке во Владимире, здания, которые содержатся, памятники. А это уже туристическая привлекательность. Вот это всегда же, плюс городу. Вот если говорить о туристической привлекательности, немножко коснемся других тем, вот под конец программы. Тоже животрепещущая такая проблема. С Соборной площади убрали парковку для туристических автобусов. Есть ли какая-то альтернатива этому? Где-то можно еще в другом месте организовать? И где сейчас они Вы знаете, во-первых, по поводу Соборной площади. Вот то положение, которое было принято в свое время советом, городским советом, подписано еще Рыбаковым, и те положения по охранным буферным зонам, там запрещается парковка автомобилей. О временной стоянке разговора нет. Кроме того, новое законодательство по охранным зонам и буферным зонам, оно определенно четко имеет границы. Надо просто садиться за стол переговоров, и у меня есть большие основания полагать, что не вся Соборная площадь покрывается вот этой буферной зоной. Это первое. А сегодня мы наблюдаем подъезжающие автобусы, даже верующие бабушки, паломницы задирают юбки, перелезают через эти цепи, автобус мигает, временная стоянка, и бегут в Успенский собор. Но это не дело. И еще о чем хотелось бы сказать. Вот обсуждается уже в какой раз, я не знаю, вот этот генплан города Владимира. Ну, товарищи дорогие, или мы понимаем, что Владимир – исторический город, и мы имеем памятники, и мы имеем привлекательность туристическую, а это экономика, это рабочие места, это сувениры, это рестораны, кафе, гостиницы, обслуживающие контингент. Или мы говорим себе, нет, ребята, эта история закончилась, мы стали транзитом. И вот во время рассмотрения этого плана, ну, поставьте задачу не отпиской, а реально – найти место, где можно хотя бы было делать так называемый отстой транспорта, ну, но парковку. близко от исторического центра. Причем надо это сделать так удобно, ну, хитро, я бы сказала, чтобы заставить людей пройти по центральной части города Владимира. Не на автобусе пронестись, а именно пройти, может быть. И ту же улицу пешеходную посетить, и в те же магазинчики зайти. Но есть такая наука гостеприимства. Она есть, мы не первые, и, дай бог, не последние. Но надо этим заниматься, это серьезное дело. А где, например, где эту площадку можно организовать? Эту площадку надо просто брать план города и смотреть, где. Вот просто брать. Однозначно это должна быть площадка в непосредственной близости от исторической части города. Ну, вот я боюсь совершить ошибку, надо очень хорошо знать площади, которые принадлежат городу. Но мне кажется, вот в районе стадиона Торпедо можно было что-нибудь найти. Можно было бы найти что-то, вот, где улица Воровского в конце, там тоже какие-то пустыри и площади есть. Но это надо садиться и этим заниматься. Где чья земля, у кого она в аренде, у кого она в пользовании, у кого она в частной собственности. С этим надо разбираться. В свое время я умоляла предоставить нам место около детстоловой. Представляете, где это? Сзади музея-заповедника. Это улица Музейная. Ну да, недалеко от нашей редакции. Ну, два шага, да, вот недалеко от вас. Там частные дома. Ну, может быть, подумать о расселении. Ведь там максимум живет 1-2 семьи. Ну, какие-то искать варианты. Но если мы потеряем
вот эту туристическую привлекательность, это потом очень легко, трудно возвращать. Очень трудно. А туроператоры бьют тревогу. И я ручаюсь за свои слова. В прошлом году более 15% турпотока уже было потеряно. Что будет в этом году? Это в минувшем году. В 2018. В 2018 году потеряли 15%. Это данные туроператоров, которые мне дали на встрече. И во многом это за счет транспортной доступности тоже, да? Очень переживают. Ну, негде встать, негде. Вот, Светлана Евгеньевна, осталось совсем немного времени. Вот если подытожить, это понятно, что это тема отдельной программы, туристическая привлекательность Владимира. Какие шаги нужно, может, в первую очередь предпринять, чтобы не потерять еще больше туристов? Самое первое – это решить проблему с стоянкой туристических автобусов. Если мы это быстро не сделаем, то я считаю, что это беда для города. А вообще, в конце передачи хотелось бы сказать, что вряд ли во Владимире найдут нефть в ближайшее время или газ. Ситуация с нашими промышленными предприятиями, увы, слишком хорошо известна. Поэтому туристическая направленность Владимира, культурный туризм и все, что сопутствует этой деятельности, должно быть в сфере особого внимания как области, так и города. А сейчас со стороны власти есть внимание? Ну, если отодвинуть немножко все вот эти вот конфликты. Ну, вы знаете, я работаю с мэрами. Допустим, вот в Суздале у меня полное взаимопонимание с Сергеем Владимировичем Сахаровым. Приходят на наши встречи, обращаюсь, проблемы решаются. Мне очень симпатична позиция главы района Судогодского. Но не было случая, чтобы я о чем-то попросила, и мне не пошли навстречу. Судогда прекрасно понимает, что мы можем стать градообразующей структурой. И мы можем стать образцовым музеем-парком, который даст жизнь и работу очень многим, как когда-то это делал Владимир Семенович Краповицкий. Это безусловно. На этой ноте позвольте программу закончить. Напомню, что сегодня в нашей студии была генеральный директор Владимира Суздальского музея-заповедника Светлана Мельникова. Спасибо большое за интервью. Всего доброго. А запись нашей программы, а также другие новости можно увидеть на нашем сайте trc33.ru. Я же прощаюсь с вами. Всего доброго.